Йоу, ребята, всем добро пожаловать у микрофона, как всегда Рамзес. Возвращаемся в нашу любимую КС-очку и сегодня продолжаем играть на моем замечательном зомби-сервачке под названием «Сожри меня полностью, зомби 2». Все ссылочки на сервачок будут, как всегда, в описании. Ребят, хотел бы поздравить всех с окончанием четверти, с новогодними праздниками, которые вот-вот уже наступят. Поэтому, ребят, надеюсь, вы поддержите этот видеоролик лайком, подписочка на канал, нажатием на колокольчик. Но мы, в принципе, начинаем. Сегодня сделаю, ребят, полный обзор сервачка, потому что появились новые подписчики. Многие спрашивают, что входит в какую привилегию. Сегодня полностью все менюшки покажу, потому что многие захотят купить, докупить привилегию, если у вас уже есть, да. Поэтому, ребят, думаю, этот видеоролик будет всем полезен. Все посмотрят его, посмотрят, что в менюшек как привилегии, так сказать, есть, да, и, возможно, кто-то докупит и купит. Поэтому, ребят, ссылочку на онлайн-покупку привилегий будут в описании. Многие спрашивают про зимние скидки, будут или нет. Ребят, пока скажу, что не планируются скидки. Привилегии остаются по такой же цене, как и сейчас, поэтому вот, цены на привилегии перед началом ролика можете поставить на паузу, посмотреть. Кто хочет купить или у кого есть уже привилегия докупить в личном кабинете, все можете сделать. У кого не получается купить какую-либо из привилегий через сайт, там карты не проходят или что, пишите мне в ВКонтакте, да, напрямую я вам, в принципе, дам ссылочку на Donation Alerts, вы сбросите туда денежку и, в принципе, все, я сразу же вам вручную выдам привилегию. Там все способы оплаты проходят, поэтому, ребят, с этим можете не переживать, любой, кто захочет, сможет купить или же докупить какую-либо из привилегий. Поэтому, все, ребят, у нас сейчас раунд эпидемии, вот нужно завалить всех пареньков напоследок и, в принципе, начнем игра, так сказать. Давайте, вот два выживших остается, нужно как-то их по-быстренькому завалить. Ну, мы за дьявола и ничего не можем сделать. Вот это вот Unreal, пацаны, полно. Ладно, ждем, в принципе, следующего раунда. И я сразу же включаюсь, и мы приступаем к обзорчику. Ну что же, ребят, мы начинаем, так сказать, продолжаем. Посмотрим первым делом ножи, потом зомби-классы, менюшки привилегий, потому что многие захотят посмотреть, что это еще из себя представляет. Получается, новогодняя веточка, это для простых игроков, дает урон. Пока что никаких приколюх включать не буду, сразу же, чтобы с вами вместе все смотрели и буду все, в принципе, вам показывать. То есть видеоролик получится длинным, ну, все специально для вас. Напоминаю, на сервачке стоят на каждой карте елочки, которые сможете получать вот такие вот подарки. От 1 до 500 паков каждый раунд. Второй нож у нас новогодняя молния дает отброс. Вот такая вот у нас веточка. Ну, молния точнее, да. Далее у нас идет, получается, 4 секунды нужно подождать. Идет новогодний посох. Дает дополнительный, ну, не прыжок, а выше вы сможете прыгать с ним. Вот такой вот замечательный посох. Это все было для обычных игроков. Также еще два меча для обычных игроков. Это вот такие. Новогодняя елка дает дополнительную скорость вам. Вот сразу же заметно, да. Вот вы можете посмотреть, заметно она увеличивается. И, в принципе, последний нож для простых игроков. Это новогодний топор. Два прыжка для обычных игроков будет доступен. Вот такой вот два раза обычный игрок, если у вас нету привилегии, сможете прыгать. Далее у нас уже идут, в принципе, ножи для игроков с привилегиями. Это Hammer Stun для випов. Он дает вот такой вот, так, это взял бешеного зомби. Вот, заглушение, то есть зомби не может двигаться. Вот на месте стоит, его оглушает, то есть не может двигаться. Далее у нас, получается, идет Hammer Spine. Это уже для админов, вот такой вот спайн. Смотрите, что он делает. Так, ты что залагал? Вот так его подбрасывает, ребят, вылазит щупальца с земли, да, его подбрасывает вверх, следовательно, отталкивает его. Далее у нас идет, получается, Hammer Firework для боссов, вот он мне очень нравится, потому что он поджигает зомбаков вот так вот. Нас сейчас заразят еще, да, вот нас заразили. Давайте быстренько возьмем антидот, чтобы дальше продолжить показывать вам. Hammer Firework, вот такой вот, ребят. Подходим к любому зомби, нажимаем на правую кнопку мыши, и вот так вот молния его фигачит и убивает. Вот, видите? То есть очень мощный хаммер. И он был у нас, сейчас скажу, для кого. Сейчас нас заразят еще, нужно аккуратненько, пацаны. Потому что за нами зомбаки бегают. Этот был для боссов уже, получается. М6-2. Нарушаем что-то с вами правила. Ну, для обзорчика, ребят. Дальше Powerful для лордов идет. Наверное, нужно подождать. 4 человека осталось.
Так, меня, возможно, сейчас возродят. Нет, меня взяли, с пистолета завалили дальше. Далее у нас идет, получается, вот на спауне стоим. Powerful для лордов. Вот такой вот, ребят. То есть он все способности сразу активирует у зомбаков. То есть все способности вы сможете сразу же активировать. Так, все, пускай нас заражают. Так, все, отлично. Подарочек мы получили под елкой же вроде, да. Вот, нужно заразить остальных игроков. Или давайте еще один вам меч покажу быстренько сразу же. Далее у нас идет хаммер. Да, покажу вам. Не покажу. Ладно, ребят, ждем следующего раунда. И на следующем раунде продолжим показывать вам остальные ножи. Так, ну что же, ребят, мы остановились на хаммере Powerful для лордов. То есть это все способности. Давайте напишем «не меняйте». «Не меняйте». Так, то есть он дает все способности, в принципе, сразу же. Берем антидот. Далее у нас идет хаммер Powerful. Так, это показал. Хаммер Гуар для арканы. Вот такой вот, ребят, хаммер. Так, где у нас зомбак? Давайте продемонстрирую. Так, так, так. Где ты, братишка? Где ты, где ты, где ты, где ты, где ты? Не могу его догнать. То есть определенные все способности дают. Далее у нас идет хаммер Гуар для арканы, показал. Хаммер Хоррор для дарков дает телепорт. То есть можете вот так зажимать на букву Е, на правую кнопку мыши и телепортироваться. Получаем халявный также подарочек. Сколько нам? 361 пак дается. Далее у нас идет хаммер Infernal для кингов. То есть он дает дополнительный вот такой вот буст, сможете летать, вот дополнительный прыжок, а также восстанавливает броню вам, вот. То есть очень много также крутой, очень много способностей всяких интересных, и по урончику очень-очень мощно, вот по 1500 хп снимает. И последний у нас нож, это у нас для спонсоров меч бездны. То есть вот такой вот тоже, ребят, дает гравитацию, урон дополнительный, определенные способности, то есть поджигает зомби, все вот это делает. Вот видите, ребят, такие вот вспышки, то есть очень-очень крутой. Так, по мечам вроде бы все, по ножам показал. Дальше у нас идет классы зомби. Классик — это баланс, получается. Призрак дает невидимость. Большой ловушка, ну, ставит вот такой вот зомби-класс большой. Ставит ловушку, может. Хищник дает разгон, сможете быстро разгоняться. Шаман кричит и отнимает хп. Джек Фрост — это новогодний вот такой вот зомби-класс. Вот он может шарами пулять, которые поджигают людей. Реверант Рейвинг для випов. То есть то же самое, как и ножи, получается. Он оглушает игрока. Реверант Эр для админов он подбрасывает. Хелл для боссов, получается, поджигает. Powerful для лордов. Реверант Purfire для аркан, то есть все способности. Юниверс для дарков. Infernal для кингов. Реверант Дефендер для создателей. И, в принципе, Мститель Тьмы для спонсоров. Вот эти вот новые зомби-классы добавились. Ну, я думаю, вы все прекрасно знаете. По магазинчику граната огненная, граната заморозка выглядит вот таким вот образом, в принципе. Так, они у нас же сразу были, я и забыл. Давайте быстренько вот так вот заморозим игроков. Опа, М24. Так, сразу же сейчас возродимся. Так, активирована способность «Последний шанс». Так, окей, давайте залетим сюда. Возьмем сразу же, вот, новый зомби-класс, получается. Он вот так вот всех притягивает к этому вот шару магическому, щупальце есть. Короче, все-все-все приколюхи. Так, давайте возьмем Infernal, вот этот вот. Далее у нас получается менюшка випа. Здесь можете уже включать паутинку себе, брать паки, броню, жизни. Дальше вип-оружейка, электроплазма, эмочка Dark Knight и АК-47 Барлок. То есть с X2 уроном. Вот с приближением второй режим сразу же включается и так далее. Менюшки админа, я думаю, здесь все понятно. Сделать зомби человеком, дьяволом, выжившим, пустить режимы, куча на кучу, хаос, множество заражений и ядерную зиму. Далее, менюшки босса, здесь граб можете включать вот такой вот, любого игрока, в принципе, вот так вот брать грабом, отталкивать или притягивать, как вам угодно, вот. Вот так вот можете брать и вот так вот отталкивать этого тоже. Ну, короче, я думаю, все понятно здесь. Дальше, что еще в менюшке босса есть? М63.
Паки, броня жизни, взять джетпак можете, да, вот так вот с джетпаком летать, стрелять, джетпак выглядит вот таким вот образом, вам будет доступен. Также в менюшке босса АВПшка Азимов есть, то есть за такие деньги, ребят, я считаю, это самая оптимальная привилегия. Ух ты, сколько подарочков здесь, сразу же убиваем зомбаков, фармим подарочки себе. Так, давай, опа, завалили, Так, на джетпаке взлетаем. Берем АВПшечку, с АВПшечки попытаемся килл сделать. У нас же питомец еще есть, питомца можем нажать, киллы поделать. Так, все. Предлагаю улететь отсюда, чтобы нас не заразили. Дальше, менюшка лорда. Здесь паки, броня жизни, то есть и вот такие вот пушки животные. Няшный кот, кабан пумба и догган. Вот, ну, вот, к примеру, покажу вам вот такие вот всякие интересные тоже, очень-очень мощные. Ну, да, я думаю, вы все прекрасно их знаете. Вот, догган выглядит таким образом, и, в принципе, котик, я думаю, тоже всем понятно, как он выглядит. Вот, далее получается, так, нас убили, все. Далее получается у нас менюшка арканы, здесь паки, броня, жизни, донат рубли, сможете брать бензопилу. Давайте множество заражений пустим сразу же. Так, на чем остановились, менюшка арканы. Вот бензопило, 10 зомби и камеру с автострельбой. Вот такая вот, вы на кнопку не нажимаете, камера сама просто берет и по зомбакам стреляет. Вы просто целитесь, на кнопку можете не нажимать. Вот, то есть тоже очень интересная и крутая пушка. Есть свои приколясы интересные с ней. Вот, всем советую ее, в принципе, брать. В менюшке Дарка здесь уже сможете включать бесконечные патроны, без перезарядки стрелять, также брать паки, броню жизни, донат рубли, гранатомет от 10 зомби, то есть РПГшку, да, базуку, и дробовик Магнум Лазер от 7 зомби, то есть тоже очень мощная пушка, ребят. Вот, посмотрите, просто с нескольких ударов убивает зомбака. И также, что еще есть, второй режим же у нее есть, пацаны, на правую кнопку мыши нажимаете вот так вот, просто всех зомбаков вот так вот валится, то есть одна из самых моих любимых также пушек, всем советую ее тоже брать, вот кто купит привилегию Дарка. Дальше, привилегия Кинг, антиразброс, то есть без задачи сможем стрелять, паки, броня, жизнь, донат рубли, молниешаровая пушка и автомат Charger 7. Вот, давайте Charger 7 возьмем, продемонстрирую, тоже очень мощный, ребят, второй режимчик, то есть все дела. То есть вот, посмотрите, мы подходим и просто убиваем за секунду зомбака, подходим и убиваем. То есть, ну, прикольная, интересная пушка на самом деле. Дальше, менюшка создателя, здесь стрельба без задачи, то есть отдачи вообще у вас нету, выдавать джетпак любому игроку, вот Рамзес-стоп, к примеру, опа, все, и в чатике пишется, создатель Рамзес выдал джетпак игроку Рамзес-стоп, все, он сейчас может уже летать на джетпаке. Дальше, что еще есть, выдавать паутинку, давайте тоже вот Илья, к примеру, да, выдадим Илье, все, он сейчас может ее включать и, в принципе, летать на паутинке. Дальше у нас, что еще в менюшке создателя есть, выдавать АВПшку Азимов любому игроку можете, ну, себе или любому игроку, как вам просто душа пожелает. Вот, М69, менюшка создателя. Также выдавать броню любому игроку, жизни любому игроку, паки любому игроку и, в принципе, донат рубли любому игроку. Так, давайте лучше на паутинке мы улетим отсюда, потому что нас сейчас точно уже заразят. М24. Вот, М24. Все, подарочек сейчас получим. Давайте вот также брать святую и дьявольскую гранату сможете. Это вот такие гранаты, я думаю, вы помните, которые и притягивают зомбаков, и сразу полсервера взрывают. Вот так вот, сразу же зомбаков вот берет и притягивает, и убивает. Вот видите, пацаны, ну прикольная штучка, прикольная граната. На самом деле я часто с ней играю. То есть вот, ну онлайн, кстати, топовый. Сейчас вот на сервачке уже каникулы наступают. 26 человек онлайна, прикиньте, пацаны, вообще топово, поэтому заходите, жду вас всех. В менюшке владельца сможете выдавать уже привилегию себе, ой, точнее, любым игрокам, ну вот, босса, лорда, аркану, дарка, кинга, создателя, там, ну да, определенные привилегии, каждую карту с по несколько привилегий. Вот, также сбрасывать золотой ящик, выдавать буст-комплект любому игроку, это паки, броня жизни, все по максимуму. Здесь уже сможете брать x20 урон пушки, плазмоганы и так далее, выдавать тоже любому игроку. Вот так вот подходите, просто фигачите, киллы вам засчитываются, и вы наслаждаетесь просто игрой. Ну и кайфуете, грубо говоря, да?
сразу же сколько подарочков копится, сразу же давайте питомца еще активируем. Вот, киллы просто фармятся, пацаны, на ура. Вот реально, всем советую зайти, поиграть, приобрести какой-либо из привилегий и кайфовать. Дальше менюшки владельца, так, ну я уже показал, выдавать и в принципе, так, получение подарка давайте получим, возродимся. Вот, М69. Так, мишки владельца показал. Выдавать и брать дьявольскую святую гранату можете выдавать и себе. Выдадим. Также любому игроку сможете выдавать, своему другу. Вот так вот. Сейчас мы полсера развалим сразу же. Вот так вот, по красоте, пацаны. Сразу же киллы фармятся и паки добавляются. Вот. Так, дальше что у нас идет? Нас сейчас заразят, да. Ну, 30 секунд остается. У нас осталась менюшка спонсора, менюшка главного админа. Также на сервере есть, ну, сейчас покажу в следующем раунде, менюшки кланов. Также можете покупать кланы. За кланы вам даются определенные питомцы, определенные шапки эксклюзивные, бесплатные, да, навсегда. Поэтому можете активировать и играть. Статистика кланов также есть. Вот мой клан, А моего клана даже в топ-10 мест нету, чтобы вы понимали. Поэтому нужно, пацаны, качаться. Кто хочет в клан, пишите, я вас обязательно приму. Также в кланы можете купить себе свой клан через сайт. Вот. В донат меню здесь можете копить донат рубли, но о них сейчас попозже в конце видеоролика. Ну не в конце, а как покажу вам еще сейчас вот магазинчик. Так, точнее, давайте вот через менюшку владельца выдадим себе буст комплект. Пустим массовое заражение. М69, так, менюшка спонсора, мы остановились на менюшке спонсора, здесь взять буст комплект сразу же, 100 тысяч паков брони, жизни, все сразу дается, дальше включить комплект улучшения хук, то есть паутинка быстрее и навсегда максимально, то есть без перезарядок, сразу можете вот сколько раз хотите, столько и использовать ее. Дальше комплект улучшения оружия, то есть сразу все включено, антиразброс, без задачи и так далее. Защита от инфекции, то есть вас уже не смогут инфекционные гранаты заразить. Защита от ревенантов, то есть тоже не будет на вас действовать. Пистолет Мститель Бездны будет доступен. Молниеносная ярость, ультра-джетпак, да. Создавать ховерцикл сможете, это вот такой вот мотоцикл, ребят, сможете на нем вот так вот кататься. И убивать также зомбаков, вот которые здесь, к примеру, ходят, да, вот так вот. Катаетесь, убиваете, скорость показывается, все, можете ускоряться также и вот так вот бегать, убивать зомбаков. Надоел вам, к примеру, ховерцикл, припарковали его, нажали на букву Е, слезли и бегаете дальше, играете. Снова захотели сесть, подбегаете, нажимаете на Е, так, нажимаете на Е, я сказал, быстро, так, на Е, говорю, нажать надо, вот, и все, и дальше продолжаете на нем кататься, фармить скиллы и так далее. Вот, также сможете выдавать от ховерцикла ключи любому игроку, своему другу и так далее. Он сможет с вами тоже кататься вот так. Так, взяли вот эти перчатки, которые убивают сразу же нескольких зомбаков. Вот вы даже не целитесь ни в какого зомби, они просто выбирают цель и фигачат по них. Также на правую кнопку мыши нажимаете и вот так вот можете на них летать, ускоряться. Ну, как ультра-джетпак получается. Вот, и в принципе здесь еще вот эта вот пушка мне очень нравится, пистолет Мститель Бездны, то есть он очень мощно, очень сильно стреляет по зомбакам, сносит очень много хпшек им, и в принципе вы за пару выстрелов можете завалить его. Вот видели, он у меня шар бросил, у меня защита от ревенантов и от инфекций включена, и нас никто не может заразить. Вот. Самое интересное, это менюшка, ребята, главного админа. Здесь выдавать привилегии уже можете по 3 привилегии каждую карту, да, любому игроку. Выдача доната оружия, давайте создадим сразу же турель. Турель можете ставить, вот такой она вам будет сразу паки фармить. Вот, вы просто ничего не делаете, вам добавляются 7, 8 паков, 9 паков, 9 паков, 42 пака, 114 паков. То есть вот, вы просто бегаете, и турель за вас все делает, киллы и так далее. Также выдача доната оружия, сможете любому игроку выдавать портальную пушку, супер джетпак, трехголовый дракон питомца навсегда, скорость, дополнительный прыжок, супер прыжок, то есть любому игроку сможете вот это вот все выдавать. Также 3D маркер это, то есть вот так вот рисовать там на стенах, стрелочки ставить, ну короче рисовать все что хотите, то и делать сможете. Я думаю, ну вы прекрасно знаете, кто не знает, тот вот, можете посмотреть, как это выглядит.
М24. Так, дальше у нас идет, получается, менюшки главного админа 3D-маркинг, линия за спиной. Вот такая вот включается, вот такая вот линия. Можете настраивать цвет, как она будет выглядеть и так далее. Всякие вот такие разные приколюшки. Так, а как нам броню вот сносит, я не понимаю. Вот, сколько мы сегодня за раунд? Кто посчитает, сколько мы сегодня раз возродились за раунд, пацаны? Мне просто очень-очень интересно. Менюшка главного админа сможете брать космический арбалет, новую уникальную пушку. Это вот так вот стреляете по зомбакам. Блин, и мы профукали его. И второй режим очень мощный. Также за зомби у вас вот эта линия за спиной будет. Сможете ей вот так вот играть, прыгать, да? Я думаю, будет очень интересно. И вроде бы в менюшке главного админа все показал вам, хотя нет, в менюшке главного админа же есть еще, так, что еще, вторая страница, это менюшка смотрителя вам будет доступна. То есть вы можете следить за игроками, вот, к примеру, кто-то что-то сделал, да, и некорректное оружие, к примеру, да, слишком мало зомби выбираете, выбираете ник, к примеру, там игрока, да, и вот, к примеру, гречка, да, и все, выдать предупреждение, отобрать джетпак, убить, то есть вот. То есть вот такие вот приколюхи, вы выдаете предупреждение, нам приходит демка сразу же в Telegram-бот, и мы смотрим ее, и вот так вот вы следите за сервером, и, ну, как смотритель, грубо говоря, получается. То есть тоже очень интересная штучка. Вот, дальше, пацаны, вот вы фармите паки, каждый раунд под елочкой стоите, собираете паки, заходите в донат-меню и продаете свои амапаки. Вот у нас 1337 донат-рублей, я нажимаю продажа амапаков, продаю все свои амапаки быстренько, вот так вот, все, у нас остается 200 паков и уже 1615 донат-рублей. За эти донат-рубли, смотрите, что вы можете сделать. Вы можете обратно купить паки вот за донат-рубли, да? Или же, ну, левел покупать, крутить рулетку на мапаке. То есть вам может выпасть там сотни тысяч паков, испытать свою удачу, кто хочет. Вот, также вам будет доступна покупка аксессуаров. Здесь 9 страниц аксессуаров, пацаны. Новогодняя шапка, кстати, и хэллоуинская тыква пока что доступны бесплатно. Поэтому можете их забирать смело. Вот вы видите, 470 паков выпало. А иногда выпадают, там мне выпадало самое больше 198 тысяч паков. То есть, ну, можете также фармить вот. 9 страниц разных шапок, которые можете вот фармить, покупать себе, собирать на них и хвастаться перед друзьями. Вот, также есть, так, левел у нас максимальный. Покупка питомцев, вот питомцы, собака там дает вам дополнительные приколюхи, там динозавр, алиен, ангар, скорпион, робомонстр, это вот за кланы, крылатый демон за кланы дается, трехголовый дракон, вот можете покупать за кибермонеты на сайте, вот давайте подарочек получим халявный, и шовмен вот нам доступен, ну то есть прикольные, интересные приколюшки. Вот, поэтому, ребят, вот донат рубли, кстати. Поэтому копите, ребят, собирайте. Новые обновки повыходят, новые питомцы будут, новые транспорты. Я думаю, будет очень-очень интересно. В общем, вот такой обзорчик получился. Вроде бы все показал, что хотел. Ребят, магазинчик, вы, в принципе, сами все прекрасно знаете. Поэтому как-то так. Онлайн топовый постоянно, сейчас тем более зима, сможете играть, каникулы, сможете на постоянке играть, выживать, ребят. Поэтому реально надеюсь, вот вам за мои старания вы влепите огромный жирный лайкосик, подписочку на канал оформите. Цены на привилегии у вас сейчас появились на экране, можете ставить на паузу, смотреть, заходить на сайт и покупать. Или же докупать, у кого есть уже привилегии, у кого возникнут вопросы с покупкой, там, или продлением, или докупкой, там, какой-то либо из привилегий, да, то пишите мне на страницу ВКонтакте, ссылочка будет в описании, и я, в принципе, обязательно всем отвечу и помогу приобрести, то есть брошу ссылочку, вы оплатите через Donation Alerts, да, вот как на стриме я стримлю, мне кидают, я сразу же выдаю привилегии, и сразу же оплачиваете, я вам на эту сумму, которую вы донатите, выдаю привилегию, у кого не будет через сайт получаться, поэтому, братишки, все ссылочки, все контакты будут в описании. Также вот система квестов, можете выполнять квесты на сервачке, вот 8 пункт, очень много квестов, 11 страниц, то есть тоже за них донат рубли получаете, паки. Поэтому, ребят, реально, вот если вы не знаете, чем себя занять, как провести свое время, покайфовать, то есть обязательно приобретайте, докупайте, и будем вместе с вами играть. Ну, на этой чудесной ноте буду с вами прощаться, всем спасибо за просмотр, с вами был RMZ CDLive, всем хорошего, ребятки, чудесного, зимнего, самое главное, настроения, всем удачи, всем пока. Пока.